Всем привет! С вами Коро Таро, и вот я буду играть за чародея в режиме приключений в героическом сезонном. Начну я, наверное, с обычного истязания. И так далее по накатанной. Что ж, открытую игру, присоединяемся. Истязание 1, чародей. Поехали. Главное, чтобы адекватные люди там попались там. Посмотрим. Проживем, увидим. Играю солочь. Короче, кто не в курсе, здесь нельзя умирать. Играю в открытой игре, но это очень опасно. Потому что ребята там никогда никого не ждут. И действуют всегда сами по себе. Итак. Все пошли в портал. Сейчас я за ними пойду. Надо выбрать это дело. Что это такое? Сейчас надо сломать. Все отлично. Вон они уже дерутся. Телепортируемся к ним. Ох, нифига себе. Что тут за заруба? А, селитка. Что, мишки? У меня, короче, крутая легендарка стоит в руке, которая позволяет мне телепортироваться по КД без кулдауна. Это вообще круто. Я вообще не бегаю, а только телепортируюсь. Причем телепорт наносит неплохой урон. И оглушает. То есть урон со станом это можно просто телепортироваться. Так. Короче, смысл портала сейчас объясню, кто не в курсе, в новом приключении. То есть когда вы набиваете определенное количество мобов, и приходит страж портала, и вам с ним надо подраться. Все обилки стоят на защиту, как бы... Ну, кроме телепорта. Телепорт — это эскейп, чтобы спасаться, если что, какая-то непонятная ситуация. Вот здесь показывается, сколько мы заполнили, 9%. Сейчас вот эта полосочка наберется, придет страж портала. Смотрите, он просто с оглушения не будет ходить. Ну, как-то такая тактика. Оглушай и доминируй. Давай, жги. Жги. Ай. Ледяная кожа. Давайте мочь ему. Дожгли. Ну давайте, ребята, прожигаем их по полной. Ну, чуть-чуть осталось. Есть. Мы их убили. Ой, взрывающиеся, ну вас нахрен. У меня перс одет еще на защиту в плане сопротивления всем стихиям, поэтому урона у меня мало. Что, не ждали? Не ждали вообще. Музыка мне очень нравится в игре. В новом дополнении просто музыка шикарная. Мочите демона. Так, пойдем дальше. Мечище. Ой, эти не люблю их. Нужно подождать. Ух ты. Ой, там кто-то умирает.
смотрите. Еще рано. Выжила. Гася. Героически, здесь нельзя умирать, в курсе, что ли? Упс. Ничего здесь заруб. Этого убили. Ой. Давайте вот этого пытать. Ой. Он еще щит ставит себе бессмертие, но вообще читер. Давайте, нарезаем, нарезаем. Все, вроде справились. Слабенькая патька, на самом деле, могла быть и мощнее. Тварь должна умереть. Давайте, давайте, нарезаем. Не стесняемся. Ну, Саир, дитя тьмы, офигеть. Мы его убили. Ну, это легкое осязание, как бы, я сам играю на третьем, так что через два выпуска вы увидите там то, что с более тяжелой сложностью. Ну, знаете, здесь тоже как бы всякое бывает. Так, я их тут своим телепортом оглушаю, ребята, их убивают. Динч, динч, динч. Вообще непонятно, что происходит. А, могу сказать в словах, я прыгаю туда, я даю оглушение, а они стреляют по всем. Я в гуще телепортируюсь просто туда-сюда. Это вот мы возьмем. Двойной луч. Не основной вещи луч. Метеориты это наши, так что вы не пугайтесь. Изи катушка. У нас там кто-то уровень повысил. ГЦ, ГЦ. О, мне же надо тоже повысить свой уровень. Я тут... много всего. Так. Все, отличненько. Мы теперь во все оружие. Он там зовет на помощь. О, гоблин. Все в него, бедный гоблин. Столько всего нашел, но все такое беспонтовое. О, серьезные парни. Вот там заруба просто. Что, не ждали?
Они-то уж точно не ждали. Так, ну я надеюсь, на легендарка сегодня упадет. О, пояс. Не, у меня лучше. Пока в Блэктроне вхожу. Ну, многие, может, знают этот комплект. Так, давай, давай, жгись. Ну. Скоро так, уже 59%. Вот случок. О, ботинки. Как-то много здесь птичек очень. А, вот она. Тут самое главное. Энергии слишком мало. А ну иди сюда. Ты не скроешься. Вот ты самое главное, ты попала. У тебя сейчас тут все дружненько изнасилуем тебя. Давай. О-о-о-о! Шкура демона. Обучает изготовлению доспехов шкуры демона. Это хорошо. Сейчас я пойдем. Возвращаюсь в город. Это надо дело изучить. Нельзя оставлять в героическом режиме неизученные эскизы демона. А вот броня демона. Что она делает? Ах. Прикольно, прикольно. Классно. Потом поизучаем. А пока... Дальше. Че, ребята, без меня вообще ничего не будет? Телепортируемся в гущу еще раз. Телепорт, телепорт. И все, они все мертвы. Тварь должна умереть. Кто тут? О, понятно. Все. Ух ты, замораживает. Телепорт это просто решает все такие вопросы по заморозке, по блокировке. Просто оп, телепорт, телепорт. Ну, в общем, вот этот вот сет я не видел, который мне выпал. Не было до обновления, я играл только до обновления. Сейчас вот только туда начал ходить. Приключения. Для меня что-то новое. Ну, прикольно, мне нравится. Буду проходить дальше. Достязание 6 по-любому. Надеюсь, понимаете, да, что здесь одна жизнь и... Здесь нельзя ни в коем случае убирать. То есть такие приколы, как у меня залагало, у меня интернет завис и подобная чушь здесь не канает. Умер, умер, все. Могила вас заждалась. Заждалась, ух ты, заморозка. Хандец вам, ребят. И вообще, а, я думал, вообще ничего не дали. Кажется, фон еще.
показывают замес. Чародейская пыль. Что это? О, скоро страж портала будет. Отлично. Я не могу, что ли? А, через эту штуку. Нате, получите. Да, отойдите. Врываемся и вырываемся. Страшно. С кем он воюет? А, вот. Привет. Ух ты. Луч света. Какой магазин еще? О чем вы говорите? Тут страж портала пришел. Раньше надо будет делать это. Где страж портала? Я чуть-чуть бесстрашный. Мне нужна энергия. Вообще, все кинули мне, я один дерусь. Так, я сундучок возьму пока. Мне не хватает энергии. Да, энергии маловато будет. Отлично. О, 81. Ого, полегче. Что с этими цепями? Другое дело, пояс. Я беру его. Где этот ваш? Страж портала. Здесь у меня еще уровень повысит. Ого. Откуда у меня столько характеристик, я сейчас не понял. Защита, броня. Да, ну да. Ребята там стоят, сервисы, думают, этот чувак, че гонишь-то? Так, давай, поехали. Мне нужна энергия. Мне не нужна энергия, мочи его. Я могу молнии стрелять. Тюх. Телепортируюсь. Ну все, короче, тебе кабзец дружище. Ой. Энергии слишком мало. Кинь тебя так захочешь телепортироваться, он скажет. Энергии слишком мало. Надо контролировать это дело, короче. Камень опять дурацкий упал. Короче, камень это тот же самый портал, только немножко другой. А, посмотри, пояс! Что за пояс? Вау. Магическая стрела только для чародея. Когда герой подбирает золото, его показатель брони на 5 секунд увеличивает на число равное количеству подобранных монет. Вау. Прикольно. В общем, как-то так, ребятки. Это было их сезоне 1. С вами был Чародей. Diablo 3 героический режим сезонный. Всем до новых встреч. Увидимся в новом выпуске. Пока-пока.